В Москве арестовали экс-главу «Нафтогаза Украины» и Государственного управления делами Игоря Бакая. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. В украинском медиа от комментариев воздержались. Кто такой Игорь Бакай, напомним в нашем материале. С 1998 по 2000 год Игорь Бакай возглавлял «Нафтогаз Украины». С октября 2003 руководил Государственным управлением делами. А в конце 2004 уехал из страны. Уже в марте 2005 получил паспорт гражданина России. Его отъезд назвали «побегом». Ведь чиновника подозревали в причастности к ряду тяжких экономических преступлений, совершенных на посту главы Госуправления делами. Весной 2005 Бакая обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном отчуждении госимущества гостиницы «Днепр» и «Украина», недвижимости национального комплекса «Экспоцентр Украина», нескольких крымских санаториев. Проверка контрольно-ревизационного управления в 2005-м установила, что в госуправлении делами под руководством Игоря Бакая незаконно потратило более 800 миллионов гривен. Бакай свою причастность к преступлениям отрицает.